Хочу передать привет отцу Владимиру и его другу Василию. Они дальнобойщики, везут арматуру. Сын Иван. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста. Спасибо, сынок. Тихо-тихо. Исполнилось 18 лет. Хотелось бы пожелать здоровья, уверенности, самодостаточности, решительности, упорства, непоколебимости, терпения, уважения и достижения любой поставленной цели. С уважением ее родные, близкие, друзья и все, кто сейчас с ней отмечают этот праздник. Компания «Гараж 53» Бирюлева.